Четверть века назад привычная жизнь разделилась на «до» и «после». Теперь мы иначе смотрим на мир. Мы по-другому выбираем свои пути. Общаемся с близкими, которые оказались далеко. Находим то, что заставляет задуматься. Вспоминаем лучшие мгновения жизни и любимые мелодии, которые с ними связаны. Мы заново открыли для себя деньги. Научились по-другому их зарабатывать и тратить. Мир изменился, и мы изменились вместе с ним. Но мы любим его таким, какой он есть. Уже 25 лет нашей эры.